Предприниматели и покупатели говорят, все произошло слишком неожиданно. О закрытии торгового центра «Симол» на проспекте генерала Острякова многие узнали от судебных приставов или из средств массовой информации. Всех посетителей торгового центра просят покинуть помещение. Мы категорически против всяких санкций, закрытий и так далее. Это просто геноцид какой-то, что ли, начинается. На Восточный. Приплыли. Ну, конечно, я живу в доме за торговым центром. Конечно, расстроился. Рядом было все здесь. Ты работы лишился сегодня? Торговый центр опустел за считанные минуты. Люди в спешке выносят товар, а кому-то идти просто некуда. Предприниматели говорят, после массового закрытия торговых центров стоимость аренды помещений резко выросла. Вот я вчера поездил в Новос, мне предложили помещение за 260 тысяч около 70 квадратов. Это цены просто растут. Ну здесь, да, то есть немножко дешевле, как бы, ну и площадь больше. У меня некуда идти. У меня один магазин, у меня все проплачено, все в товаре. Летний сезон, мы, получается, теряем самый сладкий сезон, июль, середина августа. Нельзя поступать так с людьми. Нас просто вот выбрасывают на улицу. Тысячи мест. Посмотрите, сколько торговых центров закрыты. В сезон, когда люди могут заработать. Я не знаю, кому это выгодно, закрыть последний торговый центр, который пользуется таким большим спросом в городе. Почему в Симферополе, я оттуда недавно приехала, буквально была в выходной день, ни один торговый центр не закрыт. У нас же просто идет какое-то, вы знаете, как вредительство какое-то, как будто людей просто выжить из этого города. Предприниматели в недоумении. В торговом центре проходили учения по противопожарной безопасности и многочисленные проверки. За какие там, так сказать, грехи закрывают? Ну, я понимаю, для того, чтобы закрыть такое помещение, это, знаете, нужно какое нарушение? Это чуть ли нету запасных ходов, нету ничего здесь, только можно. А когда все нормально? Ну, есть какие-то, ну, они же ходят, наверное, работы, это все устраняется. Чего его закрывать? Судебные приставы выполняют предписание суда. В ходе проверки прокуратура Севастополя выявила нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Однако в добровольном порядке по представлению прокуратуры большая часть нарушений не устранена. С целью принуждения собственника торгового комплекса устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности прокуратурой в суд подано исковое заявление. Торговый центр будет опечатан, доступа у посетителей не будет. Будет только у обслуживающего персонала, который будет восстанавливать пожарную безопасность. Предпринимателям мы оставим задний выход, которые могут эвакуировать свой товар, либо какие-то работы проводить. Представитель администрации торгового комплекса сообщил, что генеральный директор «Симол» Александр Шахалев в данный момент находится в прокуратуре. Как владелец будет действовать дальше, неизвестно. По прогнозам предпринимателей, «Симол» заработает не скоро. Говорят, ситуация похожа на закрытие торгово-развлекательного центра «Мусон». Приблизительно говорят, что это месяц, но по факту мы от других источников узнаем, что это минимум 2 месяца и более. Где-то середина сентября откроется. Плюют на людей. Вот вы знаете, ну ничто люди. Вот я на данный момент, я пенсионерка. Мне пенсию дали 6 тысяч. Скажите, можно прожить мне? Я вынуждена работать. Я просто вынуждена работать. Потому что на 6 тысяч я только оплачу коммуналку. А сама буду умирать с голоду. Сегодня двери торгового центра «Симол» не открылись для многочисленных покупателей. Люди расстроены. С Корабелки, откуда мы приехали? Татишник Речины. Вам это нравится, да, этот магазин? Магазин очень нравится, да. Все было хорошо, все было прекрасно, и вдруг вот такая ерунда. Нам очень не нравится вот это, что написано, вот это вот. Вот очень не нравится. Вот холодильник уже вторые сутки, не можем в городе купить холодильник. Представляете? С ума сойти. Вы не знали, что торговый центр закрыли? Вообще? Да. Вот это да. Вы здесь рядом живете? Здесь так прекрасно все устроено. Почему закрыли его? Здесь мне нравилось то, что у них хотя бы есть кулинария своя. Хороший был торговый центр, и еду здесь покупали, одежду. А тут очень много товара. Выбор большой. Вот большой выбор. Теперь куда будете? А что, его закрывает? Мы не так... На 5-й километр. Маргарита Пронина, Татьяна Никитина, Виталий Козловский, Сев-Информбюро.